Оказывается, звезды, гастролируя по нашей необъятной родине, привозят не только необычные сувениры, но и кое-что покруче. Так, например, певица Валерия привезла из Белгорода балет, который выступил с ней на ее московском сольном концерте. От Иркутска до Рязани, от Камчатки до Кубани. Валерия наконец-то возвратилась из своего турне по городам России, чтобы дать сольный концерт в Москве. Для одних зрителей, даже знаменитых, выступление певицы не только радость, но и испытание. Я ночью спал, я готовился к концерту, вот сегодня я пришел, я здесь. Я хочу остаться на концерт, получить удовольствие и заснуть прямо в этом зале. Другие знаменитые зрители и вовсе больше ценят другие праздники. Сегодня у нас осталось 2 дня до того, как нашей дочери исполнится 1/2 года. Каждый день у нас праздник. Завтра будет еще больше праздников. Команда Валерии рассказывает, что гастроли были довольно сложные. Особенно не повезло продюсеру и мужу певицы. Все время приходилось говорить о работе. Мы дома о работе не говорим, а мы о работе говорим во время работы и во время передвижения. Кто-то везет самовары из Тулы и ракушки из Сочи. Валерия прихватила по пути более нестандартный сувенир. Теперь вместе с ней выступает балетная группа из Белгорода. Всегда я открещивалась от всех возможных балетов, потому что они как-то не вписывались в программу, и все как-то очень банально, одинаково. Теперь Олехна отправится спать, Дробыш праздновать день рождения дочки, а певица сможет, наконец, спокойно поговорить с мужем не о работе. Вот он, заслуженный отдых. Виталий Ханин, Евгений Шульга, Муз-ТВ.